В Бурятии подведены итоги конкурса на лучшую единую дежурную диспетчерскую службу. Основные критерии – это техническое оснащение службы, укомплектованность, подготовленность оперативных дежурных, ну и скорость реагирования на чрезвычайные ситуации. По результатам конкурса лучшей ЕДДС среди городских округов признана ЕДДС города Улан-Удэ. Среди муниципальных районов лучше признана служба Заиграевского района. Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления продолжаются. На данное время штат нашего единой дежурной диспетчерской службы составляет 22 человека, но включая двух руководителей, это начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС, и 20 человек, непосредственно которые у нас несут круглосуточную службу, да, вот посменно работают. Мы являемся связующим звеном, если мы принимаем от граждан города сообщение о том, что где-то что-то произошло, что может, допустим, аварии на линиях электропередач, аварии на сетях теплоснабжения. Мы получаем эту информацию, проверяем ее достоверность и доводим до дежурно-диспетчерских служб города Улан-Удэ. Иногда диспетчерам приходится обрабатывать в день около 1000 сообщений от наших горожан, а в службе сегодня работают всего 22 человека. На дежурство на сутки заступают 4. Это действительно колоссальная нагрузка, особенно вот в наше непростое время. Мы благодарим вас за ваш труд и отзывчивость. Спасибо. Единая дежурная диспетчерская служба изначально работала как служба 051 при Комитете городского хозяйства. В 2012 году правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям России решила создать единую дежурную диспетчерскую службу.